Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим эксперименты с шлемом 6B47. В прошлом видео, можно посмотреть вот здесь, мы устанавливали в него подушки и другую подвесную систему. Сегодня попробуем установить на 6B47 рельсы и использовать их с активными наушниками. Ну и проговорим вообще ряд нюансов об использовании полноухого шлема с активными наушниками для защиты слуха, ну или там ведения переговоров и так далее. Поехали. Начнем с того, что 6B47 является полноухим шлемом. И для того, чтобы мы полноценно могли использовать наушники, они должны быть либо с жестким оголовьем, либо с мягким оголовьем. У разных производителей есть разные оголовья, но сегодня не об этом. Если мы посмотрим на безухие шлема, да, то можем увидеть, что у них установлены рельсы и специальные адаптеры, куда уже устанавливаются наушники. Это делает использование шлема более комфортным, более удобным. Да? Мы просто отстегнули наушники, отодвинули и все, и уже слышим там своими ушами. Когда надо, закрепили обратно, и слух, да, наши органы слуха защищены. Попробуем сегодня установить рельсы на полноухий шлем, ну, в частности на 6B47, и попробуем установить сюда активные наушники. Давайте покажу все это несколько ближе и попробуем. Для установки рельс на шлем мы взяли вот такие вот рельсы. От шлема формата Upscore, если быть точнее, то от Hi-Cut. Да, еще есть Super Hi-Cut. Вот я пробовал, устанавливал, можете посмотреть фотку вот здесь. Но они вот в этом месте длиннее. Да? Здесь у нас 3 отверстия, на Super Hi-Cut 4 отверстия, и рельсы сюда подходят хуже. В передней части рельсы мы установили в штатное крепление. Здесь отверстие сверлить дополнительное не хочется, поэтому винт закручен вот сюда. Что не есть правильно, немножко позже я покажу почему. Ну, резинки понятно. Также пришлось заменить винты, потому что штатные винты вот такие вот короткие. И, соответственно, с рельсой они нам уже коротковаты. Берем винт несколько длиннее. Внутри все закручено в штатное крепление также. Рельсы установлены. Следующий шаг – это приобретение вот таких вот креплений. В оригинале данное крепление делал от компании Upscore. В нашем же случае они заказаны с AliExpress и установлены на наушники а-ля Peltor в штатные крепления. Главное отличие данных креплений от тех, которые я показывал ранее, то, что они устанавливаются в заднюю часть рельсы. Сейчас я попробую все это дело установить и покажу вам, что из этого получится. Устанавливаются наушники предельно просто. Вот этот вот паз должен попасть в отверстие на рельсе. По большому счету все, наушники установлены, закрываются они просто физической силой, да, надавливаем, и наушник закрывается. Нам здесь мешает ухо шлема, но так как наушники могут вращаться, мы немножечко опускаем и заводим ухо под защиту на шлеме. Единственный вопрос, который нам нужно решить, это вот этот вот провод. Либо мы его проводим внутри шлема, либо мы его
здесь сверху оставляем, но закрываем там тем или иным интерфейсом чехла, да, или там какого-то подсумка противовеса, или чего-то такого. По сути, вот, да, наушники у нас под шлемом. Давайте попробуем это дело одеть на голову. Вот так шлем выглядит на мне, да, ну выглядит на человеческой голове. Как видим, наушники размещены под шлемом, да, под защитой уха. И уши, они мои органы слуха защищают, да, от тех или иных там хлопков, взрывов, ну чего угодно. У меня есть доступ к органам управления, у меня есть там провод для включения в кнопку там ПТТ, последующий для последующего подключения к рации. Но в целом выглядит следующим образом. Ну, не скажу, что так же комфортно, как вот с такими креплениями, да, но шлем у нас полноухий, есть свои нюансы. Более того, у нас освобождается целая рельса для того, чтобы мы могли размещать там то или иное доп. Оборудование. Не знаю, какие-нибудь дополнительные фонари, да, там еще что угодно. Рельса свободна, можем размещать. Таким образом, ответ на вопрос, можно ли использовать активные наушники с полноухими шлемами без дужки, да, там, не используя дужку, мягкую или жесткую. Ответ – да, можем, но нужны нам вот такие вот с вами крепления. Мы можем сами, да, своей рукой вынуть ухо и откинуть его. Здесь то же самое. Вынимаем уши, откидываем. Если нам не нужны наушники, как я уже говорил, за счет вращающихся креплений можем убрать уши назад, на затылок. Ходить как-то вот так, да? И ровно так же мы можем их вернуть обратно. Раз. И два. При этом все ремни у нас в доступе. Все можем закрывать. Уши одевать. Уши защищены как броней, так и наушниками. Такие дела. Давайте попробуем установить уши вот в такой вот, на такой шлем. Ну, типа, не знаю, типа меч. Да? Как видим, на шлем формата меч данные наушники также устанавливаются отлично. Точнее, не наушники, а крепление. Все у нас село на свои места, рельса также свободна, устанавливаем доп. Оборудование. Поэтому на полноухий шлем устанавливать активные наушники и использовать их без жесткой там, или мягкой дужки можно. Как это сделать, сегодня мы с вами посмотрели. На этом у меня все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Ссылки на те или иные изделия также оставлю я в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.